Доброго дня! Здравствуйте! Немецкая бюрократия сводит с ума не только немцев. Особенно сложно приходится тем, кто сейчас переехал и изучает немецкий язык, параллельно занимается всеми договорами, письмами, документами и заявками. Сегодня на примере района Штеглиц-Целлендорф мы постараемся рассказать вам о том, как упростить себе эти задачи. И немцу, и мигранту рано или поздно приходится обращаться в Bezirksamt или в Bürgeramt. Это две разные организации. Одна из них занимается полностью районом, это Bezirksamt, и имеет более широкий спектр предоставляемых услуг. Bezirksamt объединяет в себе огромный свод вопросов. Сюда можно обратиться за разрешениями всех видов. Bürgeramt, в свою очередь, занимается более насущными, ежедневными проблемами и вопросами граждан. Сюда обращаются за тем, чтобы оформить, продлить или отменить прописку, за тем, чтобы продлить свой паспорт, с вопросами касательно водительских удостоверений и прав. Более подробный список услуг Bürgeramt мы приложим к описанию этого видео. Также мы не можем не упомянуть про сайт Berlin.de, который является огромной помощью для всех тех, кто живет в Берлине. Именно на этом сайте вы получите полную информацию о всех ведомствах и учреждениях Берлина. Более того, она будет актуальной, и более того, вы сможете записаться на термин в любое ведомство и учреждение. Ссылку на сайт Berlin.de мы оставляем в описании к этому видео. Место для сегодняшней съемки мы выбрали не случайно. Я нахожусь на Ханна-Рената-Лаурин-Плац. Здесь находится Bezirksamt Штеглиц-Целлендорф, то самое районное управление района Штеглиц-Целлендорф в Берлине. Также в районе Штеглиц-Целлендорф есть три Bürgeramta. Здание регионального управления Штеглиц-Целлендорф, Bezirksamt Штеглиц-Целлендорф, находится на площади Ханны-Ренаты-Лаурин. Эта площадь названа в честь знаменитой деятельницы Берлина Ханны Ренаты Лаурин. Ее прозвище было Ханна Граната Лаурин за ее твердый решительный характер, за то, что она боролась за права женщин и молодежи. Приемные дни два раза в неделю, вторник-четверг с 9 до 13 часов. Во все остальные дни сотрудники работают с документами и обрабатывают их. Найти Bezirksamt достаточно легко. Напротив находится остановка S-Bahn, S-Langwitz, и также рядом со зданием расположена автобусная остановка. Здания Bürgeramtов и Bezirksamtов в Берлине зачастую являются памятниками архитектуры, поэтому они могут быть очень красивыми. Есть ли у вас, возможно, ваш любимый Bürgeramt или Bezirksamt? Поделитесь с нами в комментариях, нам это очень интересно. Мы также надеемся, что это видео было полезным для вас, поэтому делитесь им со своими друзьями и знакомыми. Оставляйте нам комментарии и завжди пам'ятайте, все будет доброе.